Добрый день, дамы и господа. Я рада вас приветствовать в клубе КВОЛ, клубе ценителей качества жизни. Меня зовут Голдина Татьяна, и я с удовольствием проведу с вами ближайшие 20 минут. Наша тема сегодня очень деликатная, но, к сожалению, для многих актуальная. В шутку был задан вопрос с пафосом: а что такое гельминты? Ответ: просторечие, глисты. Реакция: надо же, а слово красивое. В это трудно поверить, но паразитарные болезни по распространенности уступают лишь острым респираторным инфекциям. Продукт D-Cleans, новинка компании Vision, это сила направленного очищения, направленного антипаразитарного действия. Продукт с оптимально сбалансированной формулой, изготовленный на таких мощностях, которые отвечают стандартам GMP, системным требованиям HACCP, а также стандарту ISO 22000 – это самый высокий стандарт для пищевой промышленности. Давайте посмотрим с вами в само название продукта, и мы увидим, что D-Cleans – это глубокое, основательное, мощное очищение и ответственность производителя за его качество. Ну, давайте разбираться по порядку. Слово «паразит» имеет греческие корни и в переводе означает «нахлебник» или «тунеядец». Оно и понятно, ведь живет и питается паразит исключительно за счет своего хозяина. А так как мы с вами живем в современном мире, мы с вами имеем домашних животных, мы используем овощи и фрукты, я хочу предложить вам пройти небольшой тест. Употребляете ли вы фрукты, ягоды и овощи прямо с грядки? Употребляете ли вы в пищу шашлык из свинины? Как часто вы моете руки перед едой именно горячей водой? Моете ли вы апельсины и мандарины перед тем, как их употребить? Любите ли вы рестораны японской кухни? Используете ли вы такие продукты, как сашими, роллы? Есть ли у вас в доме домашние животные? И как часто вы купаетесь в водоемах, прудах или затонах? И мы с вами видим по результатам теста, что если хотя бы на 3 вопроса вы ответили положительно, то вам стоит проверить свой организм на наличие паразитарных заболеваний. Я вам предлагаю обратиться к статистике. По данным современной медицины, паразитарными болезнями в мире поражено около 5 миллиардов человек. Диагноз глисты, многие из нас с ним знакомы не понаслышке. И большинство людей, услышав такой диагноз, покрываются краской стыда, испытывают комплекс неполноценности. Мы боимся, что окружающие, узнав об этом, будут нас сторониться, считая, что имеют дело с чем-то нечистоплотным. Но я хочу вам сказать, что нам всем рано успокаиваться, потому что мы видим с вами статистику, и мы видим, что по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, от 85 до 95% населения России поражены паразитами. При этом 75% приходится на городское население. А мы все с вами, дамы и господа, проживаем в крупных мегаполисах, мы все проживаем с вами в городах. И мы видим по статистике, что ежегодно 1,5 миллиона случаев заражения. Из них 70% это подростки, это 20 миллионов человек. Но мы привыкли иногда сравнивать себя со странами Европы или Америки, думая, что там ситуация совершенно другая. Но статистика показывает, что 85% американцев также заражены, и каждый третий житель Европы страдает данным заболеванием. Давайте еще раз с вами обратимся к причинам, которые могут позволить нам заразиться паразитарными заболеваниями. Опасность заразиться паразитами поджидает нас на каждом шагу. Это происходит из-за того, что если мы не моем руки перед едой именно горячей водой, мы едим плохо вымытые овощи, фрукты, мы используем сырую или плохо прожаренную рыбу или мясо. И эти причины нам известны, но мы мало обращаем внимания и мало знаем то, что на одной буханке хлеба из уличной палатки можно обнаружить яйца нескольких видов гельминтов, если мы ее приобретаем. Также угроза заразиться существует и при дыхании, так как в пыли есть яйца и цисты паразитов. Кровососущие насекомые являются переносчиками паразитарных заболеваний. Мы также недооцениваем угрозу, исходящую от посещений экзотических курортов, куда мы с вами любим ездить отдыхать. А ведь вместе с прекрасным настроением можно привезти домой и непрошенных гостей. Поэтому неудивительно, что в течение жизни практически каждый россиянин переносит паразитарное заболевание. И статистика показывает, что за последние 5 лет количество заражений паразитами возросло в 3 раза. И при этом, конечно, в группе риска прежде всего оказываются наши дети. Но давайте также обратим внимание и на симптомы.
Вы должны помнить, что большинство паразитарных заболеваний протекает бессимптомно. И такие симптомы, как хроническая усталость, головная боль, боли в суставах и мышцах, аллергические реакции. А мы, например, очень часто безуспешно лечим своих детей от аллергии или атопического дерматита, а излечение наступает только тогда, когда проводится антигельминтная терапия. Если есть такие симптомы, как проблемы с кожей, нарушение сна, это все указывает на то, что человек, возможно, болен паразитарными заболеваниями. Но и для взрослых долгое отсутствие лечения небезопасно. Возможно, самые разнообразные осложнения вплоть до развития опухолей. Дамы и господа, я хочу вам с радостью сообщить, что буквально через несколько дней, в феврале 2014 года, выходит продукт, который позволит нам защититься от паразитарных заболеваний и очистить наш организм. Давайте посмотрим, какими же свойствами обладает продукт D-Cleanse. Чем он нам поможет? Он предупреждает развитие паразитарных заболеваний, очищает организм от паразитов, патогенных бактерий и грибков, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает микрофлору кишечника, способствует выработке пищеварительных ферментов. Это все происходит благодаря тому, что оптимально сбалансированная формула D-Cleanse включает в себя 8 уникальных ингредиентов антипаразитарного действия. И давайте с вами наглядно рассмотрим каждый ингредиент. Первый ингредиент – экстракт семян тыквы, входящий в состав D-Cleanse, обладает антипаразитарным действием, содержит цинк и жирные кислоты омега-3, а также высокие дозы белка кукурбитина, который парализует паразитов и выводит их из организма. Следующий ингредиент – чеснок. Обладает антимикробным действием, обладает дезинфицирующим действием, а также выводит из организма шлаки и токсины. На следующем слайде мы с вами видим следующий ингредиент – экстракт листьев шалфея. Он очищает организм от патогенных бактерий и грибков, уменьшает проявление аллергических реакций, а также стимулирует пищеварительную функцию. Экстракт семян фенхеля способствует очищению организма от паразитов, очищает организм от шлаков и токсинов. Следующие ингредиенты – черный перец и гвоздика – улучшают секреторную функцию желудка, обладают антибактериальными свойствами. Экстракт черного перца нормализует пищеварительную функцию, способствует выработке пищеварительных ферментов. В свое время экстракт гвоздики очищает кишечник от паразитов и патогенных бактерий, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также ликвидирует болезнетворные микробы и грибковые инфекции. Экстракт горячавки предупреждает развитие паразитарных заболеваний, способствует выработке защитной слизи, слюны, желудочного сока и усиливает секрецию желчи. Оксид магния восстанавливает микрофлору кишечника и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Благодаря данным ингредиентам мы с вами видим идеально сбалансированный комплекс, который предупреждает развитие паразитарных заболеваний, очищает организм от паразитов, патогенных бактерий и грибков. И давайте посмотрим, кому же мы с вами можем рекомендовать данный продукт. А рекомендовать мы можем его абсолютно каждому. Тем, у кого есть домашние животные, тем, кто ведет активный образ жизни, тем, кто посещает рестораны японской кухни, мы можем рекомендовать его тем, кто в больших количествах употребляет овощи и фрукты, тем, кто посещает места общепита, мы можем рекомендовать его людям, которые страдают заболеваниями, связанными с пищеварением, а также всем тем, кто хочет очистить свой организм. Уникальность нового продукта D-Cleanse в том, что мы можем смело его комбинировать с любым продуктом из линейки Bud Vision. И на данном слайде мы с вами видим, что эффективнее вместе, если мы комбинируем D-Cleanse с такими продуктами, как Chrome Vital или Revien, то мы получаем избавление от симптомов хронической усталости. Если мы комбинируем D-Cleanse с Cooper's Neo, это позволит нам стимулировать желчевыделение. Если мы используем его с продуктом Detox, это усиление антипаразитарного действия. Дамы и господа, мы сегодня с вами говорили о новом продукте компании Vision. Мы с вами говорили о продукте D-Cleanse, который позволит нам защитить нас от агрессивных факторов, провоцирующих паразитарные заболевания. Продукт, который позволит нам очистить наш организм от паразитов и позволит вести здоровый и активный образ жизни, не изменяя нашим привычкам. Продукт, который уникален, и стоимость этого продукта также уникальна. Она всего 65 условных единиц.
курс рассчитан на месяц. Почему на этом слайде мы представили ценовую политику в условных единицах? Потому что я вам вначале говорила, что в феврале 2014 года продукт DeCleanse выходит на международный рынок. И, соответственно, ценовая политика в каждой стране, она будет своя. В России это примерно 2500 рублей, цена продукта, который позволит нам, не изменяя нашим привычкам, вести здоровый, активный образ жизни. Дамы и господа, я благодарю вас за внимание, за то, что вы это время были со мной. И я хочу выразить свое отношение к новому продукту. Я жду 1 февраля. Я жду 1 февраля для того, чтобы начать использовать новый продукт компании Vision DeCleanse. Я сама лично нахожусь в зоне риска. В моей семье есть домашний питомец, наша любимая собака. Моя семья любит посещать рестораны азиатской кухни. Мы любим путешествовать в экзотические страны. Так что моя семья из 5 человек уже 1 февраля начнет использовать комплекс DeCleanse. Я благодарю вас за внимание. Я желаю вам, не изменяя привычкам, использовать новый продукт компании Vision DeCleanse и быть здоровыми. Всем вам хорошего дня!